Снова всем привет, вы на канале ОНБ. Ну что, тем, кто ждал, тот все-таки дождался. Кто ищет, тот всегда найдет. И снова хорошая новость на канале ОНБ. Армада! Армада, наконец-то, она пришла вот в такой таре. Это 4 литра под кисть и баллон под пистолет. Ну, в принципе-то, из ведра можно снова переливать в баллон, так как здесь есть удобная очень крышечка. То есть, когда вы уже сорвали чеку и попользовались баллоном, его можно также закрыть. Ну еще по просьбе трудящихся люди говорят, не можем разобраться, дядя Лежа, в материалах. Я также здесь подписал мастика. Надежная защита арок и днища. Ну понятно, для чего она, да? Ну а также, кто еще не совсем разбирается, QR-код, скоро мы его активируем. И, то есть, сняв QR-код, вы можете попасть на страничку, где будет описание данного материала. Либо на сайте Автоспектр, под каждым материалом, если вы промотаете вниз, нажмете на описание, там будет и описание, и примеры работ. Ну, как бы материал, когда уже в ходу, когда мы сделали какие-то видео, мы туда добавляем видео, фотографии работ и отзывы. Также там можно будет и написать, и послушать. Все значки, все есть, все описание есть также на банке, все мы учли, ваши замечания, и все потихонечку внедряем, добавляем. Ну а чем отличается мастика, допустим, да, это антикор от мавили и всем знаменитым, как бы в народе, да, пушсалом. Пушсало и мавили – это консерванты. И в основном они служат на новой технике, то есть либо военная техника это покрывается, да, после чего она загоняется в ангар до ожидания отправки ее куда-то. В ангарах или там под навесами сохраняется какая-то одна температура, в принципе, машина не двигается, она без движений, да, то есть такие покрытия, они на время сохранят вашу машину. Ну, а антикоры, они уже имеют в своем составе и ингибиторы, которые преобразуют вашу ржавчину. Это эластичный материал, он не засыхает, он держит температуры больше. Ведь все вы знаете, что металл летом нагревается на машине и до 90 градусов, и все это у вас, все ваше пушсало, все это... Мавиль, она вся течет с дверей, по порогам, из порогов, из фонарей, везде, короче. Такие оставляют следы, как после апокалипсис, да, постапокалипсис. О составе можно будет почитать на сайте. Не будем сегодня этому углубляться. А сегодня тема такая, что все, появился этот материал. С завтрашнего дня уже можно переходить на сайт, ознакомиться с ними, покупать. Также будет очень интересная к празднику приуроченная акция. Это купи 2 баллона мастики и 3-й получи в подарок. А также еще будет набор 3 баллона или 4, сколько там? 3 баллона мастики и 2 баллона мавиля. И это будет выгодная покупка, экономия там до 700 рублей. То есть пересылку вы уже экономите. Мавиль УНБ тоже отличается от обычного мавиля. Вот эти пушсала, это совсем не тот мавиль. Осталось только название. И название это, скажем, скорее всего, просто нарицатель. В данный мавиль я бы, скорее всего, назвал больше техническим воском. В составе его стоят ингибиторы, которые не только задерживают ржавчину, но и преобразовывают ее. Так что, ребята, спешим на сайт, переходим. Наборы будут продаваться ограниченное время и вообще ограниченное количество наборов. Ну, а сегодня уже завершается. Не знаю, кто успеет, нет, купить еще наборы, которые у нас были. И обратите внимание, ребята, наборы все, они не для того, чтобы больше продать, они для того, чтобы у кого не хватает финансовых средств, да, мы делаем небольшую такую скидочку, то есть набор можно дешевле купить на 700 рублей, на 500 рублей, да, тем самым легче доставка будет. И чтобы у них была возможность попробовать материалы. А когда вы уже попробуете, вы точно поймете качество, поймете ему цену
и другим материалом, у вас уже не будет желания работать. Так что любая акция, она временна, она ограничена, так же, как и эти наборы, они будут ограничены, действуют какое-то время, и когда у нас наступает новая акция, старая акция ликвидируют. И не забываем, что у нас идет розыгрыш и до 25 марта. Если вы приобретаете, ну, чек ваш будет составлять 7000, то вы автоматически участвуете в розыгрыше. А призом розыгрыша будет гидравлика. Вот такая вот гидравлика от Norbert. 10-тонная с кучей насадок. Очень полезная вещь. И если ты сильно долго не будешь думать, то она может стать твоей. Ну а теперь внимание. В эту субботу, 27 февраля, в 14 часов состоится презентация. Ну, как всегда на презентации, у нас будет покрыта машина данным антикором. Поездим на ней пару дней, загоним ее на подъемник. Вы сможете посмотреть, как это работает. Но и на этом еще не все. Вместе с вами, при вашем же участии, можете сами попробовать, мы замовили автомобиль легендарный Матисс. Обработаем его и мовилью, и нанесем также мастику. Посмотрите, как легко с ней работать. И кисточкой нанесем, и пистолетом. А деда Олежа, для тех, кто не сможет приехать, снимет отдельный ролик и покажет. Презентация состоится в субботу, как я и сказал, в 14 часов 27 февраля по адресу Индустриальная 2 в городе Смоленск. Индустриальная 2 – это у нас идет дом мебели, там будет стоять наш какой-то автомобиль от Автоспектра и указатели. Кто не понял, по навигатору набирайте Индустриальная 2, доезжайте до дома мебели. Вот вы едете, допустим, по улице Индустриальной, сворачиваете к дому мебели. Дальше за дом мебелью мы поворачиваем налево, едем вот по этой дорожке до развилочки. На развилочке вы видите знак, сворачиваем направо и прямо 100 метров едем до автосервиса «Пит-стоп». И именно здесь будет проходить презентация, где я вас всех ожидаю. На каждой презентации, естественно, у нас водочка и корочка, конфетки, общение, полезная информация. Ну и, конечно же, под занавес всегда у нас горячий шашлычок с сальцом и с картошечкой. Не только полезно, но и весело, а также вкусно. Кто постоянно ходит на презентации, тех мы занесли в список. И дядя Лежа уже всех обзвонил. Кто сейчас меня смотрит, привет вам огромный. Ну и жду вас в числе постоянных посетителей наших презентаций. Там можно не только прям по теме. У нас раскованная вполне обстановка, где вы можете задать свои вопросы. Может быть, вас что-то интересует из жизни дяди Олежи. Может быть, вы мой закадычный тролль, и вы меня ненавидите. Приглашаю вас, пожмем друг другу руку, выпьем с вами кофе. Обсудим, почему же вы меня так не любите. И, возможно, вам станет легче на душе. Развеетесь, мы подружимся, и в дальнейшем вы поймете, что я ваш самый лучший кореш, а никакой не враг. На этом все. Успехов всем, здоровья, всем крепкого настроения, бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да.